Тему обмежень подорожі росіян до цивілізації ми продовжимо далі з Андрієм Бузаровим. Це міжнародний оглядач, волонтер. Добрий день, пане Андрію. Здравствуйте. Тож, українські дипломати продовжують боротьбу за ізоляцію Росії. В ЄС активно обговорюють ініціативу заборонити видачу віз. Про це був щойно наш матеріал. Є країни, які це підтримують, вистачає противників. На вашу думку, чи піде Європа зрештою на такий крок? І що могло б змінити думку країн, які бойкотують цю ініціативу? Вы знаете, я думаю, что Европейский Союз и европейские страны, которые, допустим, не входят в Европейский Союз, они уже пошли, в принципе, на этот шаг. На шаг санкционный в отношении России, но и на акт поддержки Украины. Поэтому страны Балтии, я был там неоднократно за последнее время в рамках своей волонтерской деятельности, и некоторые страны Центральной Европы, Восточной Европы точно на этот шаг пойдут, несмотря на экономический определенный ущерб в отношении тех или иных прерогатив и бонусов, которые могли бы эти страны получить. На что ориентируются правительства, которые идут на такой шаг? На общественное мнение. В Литве, в Чехии общественное мнение в поддержку Украины, поэтому сложностей с принятием политического решения нет. А когда мы говорим о других странах, где есть пробуксовка, выражаясь таким простым языком, принятие решений в отношении россиян по аннулированию виз, то, наверное, общественное мнение в них неоднозначно. Поэтому, скорее всего, Европа будет поляризирована. То есть часть стран Европейского Союза примут ограничения в отношении виз российских, другие будут либо открыто не поддерживать подобную инициативу, либо всячески оттягивать процесс аннулирования. Ну, от зараз 5 країн, Польща, країни Балтії, Фінляндія вже заявили, що в разі, якщо обмеження не будуть зараз ухвалені, вони ухвалять їх самостійно на національному рівні, не пускатимуть росіян з власної волі. Це може якось спровокувати протиріччя всередині Євросоюзу, якийсь розкол, який буде вигідний Росії? Смотрите, я не думаю, что будет какой-то раскол, который выгоден прям России, поскольку с самого начала, с 24 февраля войны России против Украины, были сложности с принятием многих решений в поддержку Украины. Но эти препятствия все были преодолены и по поводу оружия, и по поводу гуманитарной, экономической помощи. То есть постепенно Европа, скажем так, борется сама с собой в части принятия важных про ценностных, про демократических решений, я бы так сказал. Если в Европейском Союзе декларируют ценности поддержки там, верховенства права, борьбы со злом и так далее, то, соответственно, Украину нужно поддерживать. Поэтому вопрос отмены виз – это такой же политический вопрос, как и все те решения, которые принимались на уровне Европейской комиссии и национальных правительств в Европейском Союзе за последние 6 месяцев. То есть они преодолевались. Но даже если отдельные страны, там, Венгрия, другие какие-то страны, не захотят поддерживать эту инициативу, как вы правильно сказали, в своем комментарии, национальные правительства примут решение в пользу Украины, соответственно, для аннулирования российских виз. Я думаю, это вопрос времени, и эта процедура будет продолжаться. А на вашу думку, чи взагалі існує щось таке, що могло б все-таки переконати такі країни, як Угорщина, ухвалити ці візові обмеження разом з усіма? Я думаю, не стоит заморачиваться, извините за такой простой термин, но мне кажется, он очень четко описывает весь процесс. Есть ли какие-то страны или политики в этих странах? Ведь не всегда прям общественное мнение может быть там, антиукраинским, скажем так. Я в Венгрии бываю много раз, в Венгрии очень много, гражданское общество в Венгрии очень много помогает украинцам в части гуманитарного груза. Там более 500 тысяч переселенцев приехало в Венгрию и до сих пор находятся там, венгрии помогают. То есть общественное мнение в Венгрии, оно проукраинское. Политики иногда спекулируют на этой теме. Поэтому в странах, во всех странах Европейского Союза тотальная поддержка Украины, абсолютно доминирующая. Но некоторые политики из-за экономических личных причин, на мой взгляд, пытаются балансировать и пытаются каким-то образом усидеть на двух, трех, четырех стульях. Я думаю, что не стоит ориентироваться на подобных политиков, стоит ориентироваться на общественное мнение. А оно в Европейском Союзе проукраинское. А як щодо самої України, чим може Україні допомогти цей візовий бан росіян? І чи може він взагалі чимось нам допомогти? Вы знаете, вот я смотрю по реакции европейских, скажем так, стран, и часто европейцы пытаются
ну, каким-то образом занять нейтральную позицию или переждать именно из-за экономических причин, как я уже сказал. То есть понятно, что часть европейских стран зависят от энергоносителей российских, от инвестиций российских. И все прекрасно понимают, что аннулирование или отмена вот этих вот виз или их приостановление, это тоже в какой-то степени минимизация привлечения или притока капитала из России, туристического, там, частного и так далее, в Европейский Союз. Поэтому мне кажется, что санкции сами по себе, вот этот вид санкций, если он будет внедрен, а он внедрен уже фактически, это еще один важный элемент экономического давления на Российскую Федерацию. А з точки зору російського суспільства, на вашу думку, це не призведе до теж якогось протистояння всередині Росії? Я думаю, це один із тих факторів, який буде впливати на часть російського суспільства в формуванні своєї позиції, свого мировоззрення по поводу політичного руководства Росії. А як щодо аргумента, який лунав у нашому сюжеті, про те, що навпаки треба залучати росіян, щоб вони бачили, як тут живеться студентів, щоб вони там навчалися. Це Франція, Німеччина таку точку зору висловлюють. Наскільки обґрунтований цей аргумент, на вашу думку? Ви знаєте, я от був вчора, ну, собственно, я зараз переезжаю в рамках гуманитарной волонтерской деятельности из разных стран Евросоюза, когда езжу с Ужгорода, со Львова там, в европейские страны. Я вот был вчера в Лугано, в Швейцарии. Швейцария, как известно, не входит в Европейский Союз, но входит в Шенгенскую зону. И я думаю, что сейчас на сегодняшний день пока швейцарцы не хотят отказываться от, понятно, предоставления виз россиянам. И я вот очень много общаюсь с украинцами, которые здесь в свое время еще до войны общались с белорусами, с россиянами, со всем постсоветским пространством. И действительно, некоторые страны, такие как Франция, Германия, в какой-то степени Швейцария, Австрия, они, понятно, заинтересованы в сохранении ниточек связи с российским гражданским обществом, если оно такое, в принципе, там есть. И вот то, о чем вы говорите, это позиция некоторых европейских политиков, правительств европейских, наверное, это как один из элементов сохранения вот на будущее каких-либо предпосылок для изменения российского общественного мнения и российской политической системы. Это единственный способ, как я могу это объяснить. Ну, до речі, з огляду на те, що ви нещодавно їздили у Швейцарію, взагалі їздите багато в Європу, як там зараз поводяться росіяни і як до них ставляться на Заході зараз? Ну, прежде всего, я хочу важный один момент сказать, важную ремарку по поводу украинцев, все-таки здесь и в Швейцарии, в Лугано. Все мы помним Лугано после конференции, которая прошла там по поводу восстановления, будущего восстановления Украины. Важная конференция, на ней присутствовали многие активные украинские волонтеры, диаспоры, которые находятся в Швейцарии, в Лугано, в Тичино. И я общался вот с одной из таких организаций, Мечистей Популю, с представителем организации, с Майей Бутковой, которая очень много организовала гуманитарного груза в Украину, помогает сейчас социализации украинцам. До войны было общение со многими россиянами, белорусами, которые занимали, скажем так, разные позиции. Сейчас, мне кажется, многие украинцы в Европейском Союзе и вообще европейцы по отношению к россиянам относятся с опаской и с осторожностью, независимо от того, там, каких позиций занимает тот или иной россиянин. И я вижу, что в Праге, в Братиславе, в Вене, да, в Берлине, действительно россияне оказались под очень серьезным давлением общественного мнения. И понятно, что им с этой ситуации нужно как-то выходить. Исторически у них есть связи со многими политиками европейскими. И мне кажется, что на сегодняшний день Европа еще не разбирается, где граждане Российской Федерации настроены адекватно, а где они занимаются пропагандой своих идей опасных и так далее. Поэтому, наверное, вот это то направление, где украинская дипломатия и нам, представителям гражданского общества, еще нужно работать. А як щодо українців? Як змінилося ставлення до українців за цей час? Чи досі, наприклад, з розумінням приймають наших біженців? Вот я привел пример как раз с организациями Чистой Пополи в Лугано, да, в Тичино. Понятно, что у всех Швейцария ассоциируется там с деньгами, с банками. На самом деле очень непросто проходить процесс адаптации, социализации. Очень непростая
работа по гуманитарному грузу. Сейчас есть общее уменьшение гуманитарного груза поставок в Украину, но оно есть. Никто не отказывается, просто из-за экономических причин сложнее это делать, но это делается. Сложнее адаптировать украинцев, многих детей, семьи, которые переехали в европейские условия, но это происходит. Швейцария предоставляет хорошие образовательные и экономические, скажем так, социальные аспекты в поддержку украинцев. И Австрия, и Чехия, и Словакия, и Литва, и Венгрия, все абсолютно настроены проукраински. Нет никакого изменения общественного мнения. Россия его уже не изменит. Есть лишь вопрос в масштабах и формате поддержки Украины. Вот сейчас, мне кажется, мы наблюдаем переформатирование поддержки Украины. То есть из банальных там сборов вещей, еды и поставок Украины в более серьезные инфраструктурные проекты. Тут нужно, чтобы те украинцы, которые находятся в Европе, в Швейцарии в частности, и те украинцы, которые активны в Украине, волонтерской, в медийной части, в том числе вы, журналисты, выработали синергию сотрудничества. Тогда это будет конструктив. И он будет. Это лишь вопрос времени. А як щодо державних програм підтримки за кордоном для українців, їх стає більше, менше, чи багато їх діє на сьогодні? Є два типи програм в Європейському Союзі по поводу поддержки переселенцев из Украины. Это региональные и государственные. Региональные — это конкретно в каком-то одном округе, допустим, в Швейцарии кантон Тичино или кантон там Цюрих. А национальные, как в Германии, они более глобальные. На мой взгляд, наиболее сильные социальные пакеты поддержки украинцев и их адаптации и, скажем так, любой социализации, они разработаны в Германии. И в большинстве своем именно Германия, несмотря на очень неоднозначную позицию немецких политиков, она продолжает помогать украинцам в Европейском Союзе и украинцам в Украине. То есть и политически на уровне регионов, как они говорят, на уровне правительства, так и на уровне социальном. Поэтому мне кажется, что Германия и другие страны, которые являются доминирующими в Европейском Союзе, они сохранят абсолютную проукраинскую позицию. Наверное, это им нужно где-то в себе переломить определенные, наверное, стереотипы в отношении Украины, наверное, в отношении России, когда они думали о там, демократичности России последних десятилетий. Но это и тест для не Германии, для Европейского Союза. Я думаю, этот тест в большинстве своем европейцы пройдут позитивно, и проукраинский курс Европы будет сохраняться. Ну, наче хвилинка ефіру залишається. Хотілося б ще у вас спитати, як у волонтера. Як на сьогодні змінився волонтерський рух в Україні? Які головні цілі зараз з огляду на нинішню ситуацію, можливо? Вы знаете, я внимательно слежу за всеми новостями, которые происходят сейчас вокруг Украины и вокруг Европы, и в медийном пространстве. И вот буквально вчера читал новости, связанные с тем, что правоохранительные органы в Украине, в Запорожье, если не ошибаюсь, преследуют и занимаются уголовным преследованием и расследованием тех организаций, которые недобросовестно занимаются гуманитарной помощью. Я думаю, что эта тенденция, связанная с расследованием соответствующих фактов злоупотребления в сфере гуманитарного груза и гуманитарных вообще активностей, она состоит правоохранительные органы, правильно, она будет продолжаться. Волонтерское движение, оно важно, оно является основой гражданского общества, оно является основой поддержки в какой-то степени вообще всей системы гражданского общества Украины, поддержки ВСУ, поддержки пострадавших людей в зоне боевых действий и не только. Поэтому сейчас идет процесс институализации и в какой-то степени фильтрации вот всех тех организаций, которые стали активны в апреле, в марте, в феврале 2022 года. То есть я думаю, что в течение 2-3 месяцев будет уже созданы естественным путем серьезные группы фондов, организаций, которые будут реально, подчеркиваю, реально заниматься развитием гуманитарной связи с Европой и в Украине. И вот это то, чего европейцы ждут. Они ждут нормальных партнеров со стороны Украины, как на гражданском уровне, так и на международном. Ми зрозуміли, пане Андрію. На жаль, наш час закінчився, але я думаю, ми ще поговоримо в ефірі. Нагадаю глядачам, це був Андрій Бузаров, міжнародний оглядач, волонтер.